дать исчерпывающую информацию и разобрать ошибки. Для сотрудников администрации Кировского района Самары провели обучающий семинар по работе в системах муниципального центра управления. Семинар прошел с участием заместителя главы областного центра, руководителя МЦУ Елены Москвичевой. Всем собравшимся рассказали о тонкостях функционирования и взаимодействия с платформой обратной связи «Госуслуги решаем вместе» и системы «Инцидент-менеджмент». Муниципальный центр управления является неотъемлемой частью механизма, который позволяет решать вопросы, возникающие у жителей городских районов. Для этого МЦУ использует систему инцидент-менеджмента и платформу обратной связи. Благодаря такому подходу специалисты имеют возможность не только фиксировать и обрабатывать обращения граждан, но и анализировать комментарии, выявляя наиболее острые проблемы. Такие семинары важны, потому что система работы с жителями, система формирования ответов требует постоянного совершенствования. Мы работаем над тем, чтобы специалисты наши, которые отвечают за формирование ответов на обращения жителей, давали максимально корректные, максимально информативные, максимально точные ответы, чтобы специалисты, которые отвечают за отработку этих обращений, максимально были погружены в проблему. Отопительный сезон в Самаре официально стартует 27 сентября. Процесс подачи тепла не одномоментный. Сначала подключают соцобъекты, потом жилые дома. Планируется, что это займет около 2 недель. Сейчас все службы, которые входят в муниципальный центр управления, готовятся к работе в круглосуточном режиме, чтобы обрабатывать обращения граждан, касающихся поступления тепла в квартиры. Как правило, у жителей возникает много вопросов, как устроена эта работа, когда ждать тепла в квартирах. Мы работаем над тем, чтобы наши службы, наши сотрудники максимально давали информативные ответы, чтобы все наши службы работали как единый ситуационный центр, муниципальный центр управления городского округа Самара, чтобы жители наши имели максимально актуальную, своевременную информацию по всем волнующим их вопросам. В ближайшее время в Самаре планируется провести еще несколько обучающих семинаров для сотрудников, работающих в МЦУ, в районных администрациях, департаментах и на муниципальных предприятиях. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.